Индивидуальный отбор отличается от массового принципиально. Лучших особей отбирают не по фенотипу, а по генотипу. Прослеживают, как то или иное качество, например, длинношерстность, проявляется у потомства. Оценка по потомству – основной прием индивидуального отбора. Когда эти телята подрастут, их молочная или мясная продуктивность позволит оценить генетические достоинства родителей. Особенно важно выбрать наилучшего быка-производителя. Хороший бык – хорошее стадо. Современные методы подготовки материала для искусственного осеменения дают возможность осеменить спермой от одного генетически ценного племенного быка тысячи коров в разных регионах страны. Жидкий азот. В глубоко замороженном виде сперма сохраняет свои свойства в течение многих лет.